учить английский, самое главное. Время есть, можно подтянуть язык до нужного балла, там, разобраться с теми нюансами, которые были, изучить вопросы, которые связаны с вашей профессией в Австралии, потому что подтверждение профессии для иммиграции и работа в Австралии – это две зачастую никак не пересекающиеся вещи. То есть вы можете изучить, какая лицензия нужна, что для этого нужно, потому что подтверждение квалификации бумага об этом, она никак вам не поможет. Лицензию она вам не даст, и право работы по вашей профессии тоже не даст. Поэтому пока вы сидите дома, можно этот вопрос изучить. И вместе с английским как раз будет еще один повод его подтянуть, еще одна возможность заняться языком.